Июль подходит к концу, но по-настоящему жаркой и солнечной летней погоды тверичане так и не дождались. Синоптики прогнозируют переменные облачности, кратковременные дожди до конца недели. В выходные столбики термометров достигнут отметок 24 градусов Цельсия. При этом не исключены осадки. Ветер прогнозируется северо-западный до 3 метров в секунду. Влажность более 70%. Но всех волнует главный вопрос – когда же, наконец, закончатся дожди? Каких-то больших перерывов дождей даже сейчас мы и не прогнозируем. То есть есть вероятность, что мы все-таки запад нашей области, там ближе к выходным, и выходные окажутся без дождей. Вот там 2-3 дня максимум могут быть в начале следующей недели тоже. Ну, начало именно недели, то есть как бы само по себе тоже останется без дождей. Но так, в общем-то, пока предварительный прогноз и начало августа. То же самое, неустойчивая погода с кратковременными дождями, временами с грозой. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Не жаркий солнечный июль, конечно, но и не холодно, как в начале месяца. И остается еще надежда, что погода нас снова удивит, и заключительный летний месяц в этом году станет по-настоящему знойным.